Всем привет! Сегодня 24 марта 2015 года, 8 утра, вторник. Идем на работу, все белое на улице, зима. Ну, обещают плюс 9 сегодня, так что жара будет. Сейчас минус 1, но не чувствуется. Идем на работу. Работать. Время 7:30. Нахожусь сейчас, короче, недалеко от этой садовой каретной. У меня здесь встреча запланирована с Сергеем Симоновым. Блин, в шоколаднице, короче. На садовой каретной 20. Я уже практически пришел, но не знаю, где она находится. Это садовая каретная 20. Точнее, дом, где находится шоколадница, находится во дворе дома. Садовая каретная 20. Вот, ну, практически дошел. У меня в запасе еще пару минут есть. Будем искать. Короче, нашел я эту шоколадницу. Блин, вот она, оказывается. Прям на садовом. Серега уже ужинает там. Какие люди в Голливуде. Приятного аппетита. Привет, спасибо. Я тут пока не ждал, думаю, перекушу. Я, короче, блин, чуть не опоздал. На самом деле, не опоздал. Что, нормально все. Да, все отлично. Время уже московское. Да, 40 минут второго. Почему так поздно? Почему так поздно? Встреча с Сергеем прошла на ура. Мы с ним пересеклись 7:30. Вот. В 9 мы разошлись. Где-то без 10:09 мы с ним разошлись. Он поехал там жену забирать с работы. Я поехал домой. Приехал домой я, ну, в районе 10, да? И получается 3,5 часа монтировал то, что засняли. Ну как монтировал, я еще и просмотрел его заранее, прикиньте, час просмотрел, еще и там монтировал. Видос разбил на две части, первая часть выходит на канале у Сергея, потом там в конце to be continued, продолжение следует. Вторая часть выходит на моем канале. Вот, там у меня камера немного глюканула и пару вопросов в начале не записались. Точнее, ответы на них есть, но самих вопросов не видно, не слышно, но... На особую картину, ну, особо они не повлияли на общую картину, да, всего диалога. Ну, встреча, конечно, прошла на ура, все так на позитиве, весело, интересно, ну, круто. В общем, Серега какой на видосах на своих, такой же и в жизни. Люблю таких людей, которые ничем не отличаются, да, которые на ютубе и в жизни одинаковые. Да. Вот. А, в общем, ссылочки на интервью с Сергеем я вставлю в описание. Там, ну, то, если вдруг не видел, то заходите в описание, там будет ссылка и на первую часть, которая на Серегином канале, и на вторую часть, которая на моем канале. Вот, посмотрите. Сам на самом деле сейчас смотрел, пока монтировал, блин, ну, сижу и реально получаю те же самые позитивные эмоции, которые испытывал во время общения вживую. Вот. Так день сегодняшний прошел. На этом все. Всем пока, всем удачи. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем привет. Сегодня у нас 24 марта 2013 года. День недели в воскресенье. Последний рабочий день. Всем привет. Меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник». День за днем. День у нас сегодня 24 марта 2014 года. День недели у нас понедельник.